Затраты компенсируют посмертно. Налоговая инспекция сообщает об изменениях в законодательстве, которые могут стать существенным подспорьем в трудной жизненной ситуации. Имущественный налоговый вычет может стать предметом наследования в случае гибели одного из супругов. К примеру, если супруги, находясь в браке, приобрели квартиру в 2011 году, а в 2012 гражданин, на которого она оформлена, скончался, но успел получить часть имущественного вычета, то неиспользованный остаток за него сможет получить второй супруг, на кого оформлен. Недвижимость в данном случае значения не имеет. Напомним, сумма налогового вычета равна 13% суммы фактически произведенных расходов, но не более 2 миллионов рублей. Проще говоря, если на мужа, допустим, была оформлена квартира, он умер, и у него есть неиспользованный остаток по этой квартире, то супруга, как наследница, имеет право, если она ранее не пользовалась вычетом, на этот остаточек получить и воспользоваться имущественным налоговым вычетом.